Надо из... Ну, представьте себя две минуты назад. Изобразить бурный восторг. Сможете? Давай. Это Атас. Меня даже спросили, ты вообще знаешь, сколько раз ты проорал Атас за всю свою карьеру в Любе? Если учесть, что она появилась в сентябре 1989 года, 35 лет назад. Я просто прикинул, какая это может быть цифра, и чуть с ума не сошел. Поэтому в последнее время я прикладываю эту почетную обязанность на зрителя. Вот. А сможете проорать? Петь не надо, вот именно тупо. А Леха покажет где? Показывает, он очень талантливо. Так, он покажет, где именно. Вот. Именно я подскажу, значит. Коротко, на выдохе. Девушки истеричные. Не меня вас учить, как это называется. Да? Хорошо. Теперь надо обязательно прорепетировать. Руки. И... Зал. Смотрите, у вас задача снести звуком нас со сцены. Попробуйте. И... Еще раз. Так, 32 раза.